рисовать шерстью, словно акварелью. Учащиеся Смиловичского арт-центра осваивают новые техники творчества. Валяние шерсти сухое и мокрое здесь применяют давно, создавая игрушки, поделки, украшения. А вот рисовать картины шерстью – новое направление для юных художников центра имени знаменитого земляка Хаима Сутина. С помощью техники шерстяная акварель ребята создали серию работ для участия в конкурсе «Спродвижное завтра», где и получили диплом первой степени. Фактически мы продолжаем традиции наших мастеров, смиловичских мастеров. Ведь в Смиловичах единственная в республике валяльно-войлочная фабрика. И, конечно же, валенки наши знамениты на весь мир. И нам очень хотелось, чтобы показать, что, оказывается, из шерсти можно сделать не только валенки, но замечательные декоративные вещи. И, конечно же, можно рисовать шерсть. Мы использовали технику «Шерстяная акварель». Это рисование с помощью вот таких вот волокон из шерсти, которые выкладываются слоями. За счет того, что, собственно, они слоями выкладываются, мы создаем и объем, и цветовой эффект. И в результате у нас получилось настоящее художественное произведение. Стиль в технику войлочного рисования юные мастера вместе с педагогами доработали и внесли свои ноу-хау. Смешивая разноцветные волокна шерсти, добиваются новых цветов, полутонов и оттенков. И картины, написанные шерстью, получаются объемно-воздушными.